Уважаемые зрители YouTube, приветствую вас на канале НПО Энергокомплект. В этом видео я хочу продемонстрировать возможности управления ДТМФ сигналами. И с помощью ДТМФ сигналов мы будем управлять сервоприводом. Что такое ДТМФ сигналы? Это сигналы, которые более известны как сигналы, отправляемые в тоновом режиме. Вот. Все вы, наверное, об этом слышали, когда звонили, например, своему оператору, и вам предлагали ввести цифру 1 для связи с оператором, например, цифру 2 для того, чтобы узнать свой баланс, цифру 3, например, узнать, сколько у вас осталось смс. Ну, то есть команды, которые вы вводите с телефона, нажимая клавиши там от 0 до 9, звездочка, решетка. Вот. И вот с помощью именно вот этих команд мы будем управлять сегодня сервоприводом. Итак, сейчас я позвоню на модуль SIM800L, который подключен у нас к микроконтроллеру, к пинам D1, D2, а сервопривод у меня подключен к пинам D5, D6, два сервопривода, и вот его управляющие сигналы подсоединены у меня к пинам D5, D6. Итак, давайте начнем вводить команды. Вот, смотрите. Нажимаю цифру 4. Сервопривод у меня поворачивается вправо. Нажимаю цифру 2. Поднимается вверх. Нажимаю цифру 8, опускается вниз. Нажимаю цифру 6, поворачивается влево. Вот 8, вниз. Нажимаю цифру 5, устанавливается по центру. Вот. Вот, я сбросил вызов. Итак, где это может быть полезно? Там, где необходимо вводить последовательно несколько команд. Например, если вам необходимо открыть жалюзи на не полностью, например, а частично. Либо открыть форточку у теплицы дистанционно. Вот. В следующем видео я хочу продемонстрировать, как совместить управление DTMF сигналами и SMS командами. Ну, в чем преимущество SMS команд? Можно получать обратную связь, то есть вы отправляете SMS, например, содержащую команду state, ну то есть состояние, и в ответ вам приходит SMS о состоянии включенной реле, либо выключено, если у вас подсоединено несколько реле. Вот, и с помощью DTMF сигналов вы включили одно реле, то есть включили, например, свет в зале, другой SMS-командой включили свет в прихожей, а с помощью DTMF сигнала, например, поставили сигнализацию на охрану, и вам нужно получить обратную связь, то есть узнать о состоянии. Вот, и с помощью SMS-команд вы можете легко получить обратную SMS с состоянием, ну, узнать, например, температуру. Вот в этом преимущество SMS-команд. А DTMF-сигналы, преимущество их в том, что они можно управлять последовательно, быстро, несколько команд. Вот. Ну, на этом все. Всем, кому понравилось видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Будет еще много интересных видео. Напоминаю, что спонсором канала является НПО «Энергокомплект», а также есть группа ВКонтакте «Arduino Market». Подписывайтесь, можете по вопросу скетча писать в соответствующие разделы. Вот. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, до свидания.